Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 18 лет. Здравствуйте, друзья! Приближается дата проведения очередного 5-го форума винокуров «Знак качества», который состоится 29 февраля, практически в центре, да не практически, а в центре Москвы, в лофте «Красный Октябрь», в 2 часа дня. Билетная программа по экспонентам уже закрыта, но желающих посетить это мероприятие довольно много, и по гостям пока еще билеты есть в продаже. Хочу вас пригласить на это замечательное мероприятие. Как мне кажется, там будет довольно интересно. Можно будет попробовать массу интересных напитков, которые представят более 40 винокуров из разных концов нашей необъятной страны. А также пообщаться с этими винокурами, приобрести какой-то новый опыт и новые знания. Также будет интересная программа «Коктейльная для женщин», в которой специалист из компании «Тохи Дистиллери», это эстонская компания, крафтовая, производящая джины, будет угощать женщин коктейлями на основе разных джинов. Во-первых, тех, которые выпускают они, и плюс джинов, которые участвуют в конкурсной программе. Ну, лучших из джинов, которые участвуют в конкурсной программе. Я буду представлять свои напитки за столом номер 20. В конкурсной программе я участвовать не буду. Ну, просто не имею морального права, потому как присутствую в жюри конкурса. Поэтому угощать буду, напитки мои будут. Вот небольшое количество из того, что будет сейчас на столе, представлю, ну, где-нибудь напитков 10, наверное. Ну, думаю, не меньше 10 на дегустацию для гостей. Ссылочка на сайт мероприятия будет в описании. Билетная программа на сайте markquality.ru на вкладке «Магазин». Ну, а на этом всего доброго. Всем хороших вкусных напитков. До встречи!